Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, и мы продолжаем играть в игру «Сирия. Русская буря». По прошлому видео по этой игре мне очень приятно, что я собрал аж целых 8 лайков. Для кого-то, может, это копейки, но для меня это очень приятно, то, что вы поддерживаете таким способом. Также, судя по просмотрам, их около 60 на момент снятия видео, то, что, в принципе, игра более-менее вам интересно, и поэтому я думаю, что я просто обязан хотя бы доснимать эту первую миссию, и, может быть, начнем немножко вторую, но первую мы точно доиграем. Давайте теперь посмотрим, что у нас осталось с вами, точнее, что было у нас в прошлом видео. Значит, на нас идет вражеская колонна с правой стороны, здесь у нас идут БМП, воины Нусры и так далее. Здесь мы заминировали с помощью противотанковых и противопехотных мин. В этом здании у нас отдыхают отряд полиции и полицейские снайперы Зоркий-1 и, соответственно, Кузнец-2. В этом здании у нас отдыхают снайперы из отряда Мотор-1. Чуть дальше по дороге у нас в здании, значит, находятся водители Быстрый-1, наши ОСА-2, отряд полиции, и полицейские снайперы Визир-1. Дальше, значит, наши войска раскиданы, аж есть у нас водители в заправщике на Урале сидят. И с этой стороны мы также заминировали, держим с помощью отряда полиции и, опять же, отряда полиции. Полицейский участок у нас остался без охраны после взрыва. Мы оттуда людей всех вывели. Где-то у нас здесь ребятки, наши инженеры, приехали на машинке, которую мы одолжили у ребятишек сверху. И теперь мы этих ребят, наверное, на этой машинке перекинем сюда опять на правый фланг и заминируем дорогу дальше, потому что я думаю, здесь ребятишек очень много идет, и, соответственно, нужно нам где-то вот здесь еще сделать какую-нибудь миновочку, накидать. Но так как у нас уже закончились возможности ставить мины, мы сейчас их засунем обязательно в грузовичок. Насколько вы помните или, может, не помните, если не помните, я напомню, что пехота и вообще кто-либо, который находится в грузовике, грузовом, они пополняют свои запасы постепенно. То есть, в принципе, в теории наши ребята смогут пополнить запас мин и опять выложить. Поэтому давайте их мы вот прямиком сюда отправим после продолжения игры. Ну, а сами мы с вами будем сейчас наблюдать, как же будет происходить боевочка у нас. Поехали, ребятки. Так, БМП. Мина. Бах. Бах. Все. БМП. Одно БМП готово, второе прорывается. Пехота идет. Наши ребята по ним работают. БМП. Проехала БМП наш, отлично. Минуточку, ребятки, пауза. Я вспомнил, что и у нас где-то с вами БМП стоит. Вот оно затерялось в поле. Давайте его подведем куда-то вот сюда, чтобы он могло вести огонь. Так, ребят с бензовоза я хотел вывести и кинуть их вот сюда. Пускай поддерживает. С РПГ отрабатывает по нашему зданию, где у нас находится два отряда полиции. БМП их не ведет огонь. Попросим наше БМП поддержать огнем по их, по вражескому БМП. Так, водитель. Это полковник один. Лейтенант, ты там еще живой? Да, полковник. Пока живой, но нам приходится худо. Всем худо. Похоже, они перешли в решительное наступление по всему региону. Часть наших бежала. Некоторые города перешли на сторону террористов. Кто-то под угрозами, кого-то купили. Знаю. Вахит уже предлагал к ним присоединиться. Вахит. Тогда понятно, как была разгромлена армейская колонна около их поселка. Мы не сможем вам больше оказать никакой поддержки. Вам придется действовать по своему усмотрению. Что будем делать, лейтенант? Они обозлены нашим сопротивлением. Когда они ворвутся, то камня на камне не оставят. Я позвоню имаму и скажу собирать людей. Пусть берут все свои машины и бегут из города. А мы прикроем их.
Маджид Хаджа, уважаемый, у меня плохие новости. Силы на исходе, мы не сможем долго удерживать город. Ты хочешь сказать? Вы с жителями должны уходить. Уходите немедленно. Эти фанатики не пощадят никого. Обзвоните старейшин, чтобы они предупредили остальных. Пусть люди берут самое необходимое и бегут из города. Мы постараемся продержаться как можно дольше. Я тебя понял, Анвар. На все воля Аллаха. Держись, я организую эвакуацию. У кого есть машина, уедет сам. Для остальных постараюсь найти автобус. Внимание всем! Враги массово применяют смертников. Если к вам на большой скорости едет машина, стреляйте всем, чем можно. Это шахид. Не дайте ему добраться до наших укреплений. Все на защиту автобуса. Мы не должны его потерять. Он должен вывести наши семьи. Тем временем к нам подъехал автобус, который будет эвакуировать гражданских. Движется очень много машин-смертников. Мы должны по ним обязательно успеть отработать до того момента, как они разнесут все к чертям собачьим. Так, машинка прорывается здесь. Берем техническую паузу. Ребят, которые находятся тут, сразу агрим просто. Отряд полиции, соответственно, и отряд полиции, соответственно, агрим сюда. Можем сейчас попробовать взорвать бомбу, если не подъедут. Давайте попробуем. Наши ребята начали отрабатывать. Они подъезжают. И давай, 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 зараза такая. Стоп, подождите. Что у нас здесь сверху? Водитель погиб. Все, я думал, они тут не прорвутся. Хорошо. Этот подъезжает. И динамит. Красивый взрыв, ребятки. Красивый взрыв. Так, здесь динамит установлен. Ребята, давайте еще его поставим вот тут. Это на случай, если они будут прорваться. Бах, все наши мины пошли просто в одно место. Так, здесь пехота пытается прорваться по левому флангу. Я думаю, наши ребята отработают. Тем временем эвакуация автобуса идет полным ходом. Так, наверное, давайте вот этих наших водителей перекинем вот сюда, в здание. Потихонечку будем стягивать наши войска. Давайте один отряд полиции. Потихонечку наши войска будем стягивать к автобусу, для того, чтобы они могли оказать поддержку. Так, давайте БМП. Хотя нет, БМП выводить нет, туда не будем. Это я залупил. БМП мы чуть-чуть передвинем. Я надеюсь, что мы сможем остановить этого смертника на нашими минами, или же мы все-таки его поймаем на динамите. Так, я думаю, наших ребят можно убирать. Садим их в машину, пусть отсюда уходят. Они свое дело сделали, в принципе. Так, наш отряд полиции, водителя, и эти уходят. Так, смертик мчится. Проедет, как думаете, проедет? Проехал за... Бах! Жесткий взрыв, очень жесткий, конечно. Так, еще одна машина смертников прорывается. Шасси не доехал. Отлично, ребята, отработали. Перекидываем этих ребят к автобусу. На левый фланг у нас под защитой. Тем временем один гражданский спасен. Так, БМПшечка наша уехала. Ребята, ну видите, почините джип, что вы как не родные. Отлично, просто вот снайпера и отряд полиции работают. Просто не подпускают этих смертников вообще. Вот просто красавцы. Давайте, давайте, давайте. Ай, я не тот, не там взорвал, ребята. Что ж такое? Ни один мы эти не достали. Возгорание, взрыв. Пол здания разнесло к ебени матери. Так, БМП. БМП, БМП, давайте. Ребята, нас обходят, ребятушки. Махмуд, давай там, Махмуд. Их осталось, походу, очень мало. Они должны отработать по левой стороне. Так, джип с инженерами встал на поддержку. Пулеметы тяжелого работают по правому флангу. Давайте догоним этих козлов. Давайте, давайте, давайте. Догоняйте их на джипе. Расстреляйте этого урода. Хорош. Отлично. Слушай внимательно. Быстро бери сыновей и все, что сможете взять в руки. И бегите к автобусу. Он рядом с домом тети Мадины. Анвар, мы... Молчи, женщина, делай, что я говорю. Я вас потом найду, уходите.
Так, давайте перекинем сюда наш джип на поддержку. Я думаю, полицейских снайперов можно выводить, передвигать ближе к автобусу с эвакуацией, которая происходит. Водителей. Давайте водителей. Пусть забирают наш Урал. Тоже отсюда уходит. Тем временем уже 6 гражданских спасено. На левый фланг мы послали поддержку на джипе. Сейчас мы придавим этих козлов огнем. Кто тут у нас остался? Вот он, все. Его добил наш снайпер со здания. Ну, что не может не радовать, в принципе, ребят. Фух, хорошо, что хоть они на своих минах не взрываются. Было бы печально. Нет, вы знаете, наверное, нужно будет кинуть опять сюда. Хотя здесь у нас... Этих ребят тоже угоняем сюда. Здесь поставим БМП. Давайте, джип на перекос поехал. Смотрите, смотрите, они делают высадку. Сейчас мы их постараемся накрыть с джипа. Мы заняли здание. Начинаем с джипа работать по зданию. Плюс нам ополченцы из мечети помогают. В принципе, туда бы можно еще было БМП поставить, но я думаю, они сами справятся. Ну давайте сюда БМП поставим. Поработаем немножко с БМП. Перестрелка в здании идет. БМП пока развернется. Что у нас тут на этом фланге налево? Все отлично, ребята работают. Вполне таки, я считаю, сдерживают натиск. Так, БМП у нас продвигается. БМП на подходе, ребята, держитесь. А джип по дороге прям едет. Бам! Прямое попадание, ребята. Минус, минус джип вместе с экипажем. Так, БМП подъехала. Начинаем работать по зданию. Вокруг себя немножко раскидаем гранаток. Все, гранаточку вышла. Все, работаем по зданию, выбиваем террористов. Тем временем автобус полный людей покидает город. Я думаю, на этом наша... Анвар, все, кто хотел бежать, бежали. Больше нет смысла удерживать город. Собирай всех людей, давай общую команду на отход. Мы уходим. Но клянусь памятью отца, я сюда еще вернусь. Да, мы всех эвакуировали. Длительность нашей общей операции 32 минуты. Вражеский пехот убито 177. Уничтожено в технике 13. Потеряно человек 2. Ребятки, мы просто... Считаю, мы неплохо отыграли. Ребят, на этом все. Спасибо за просмотр. Конечно, серийка получилась очень маленькая, но надо же было как-то доиграть. Я постараюсь в скором времени выпустить еще одно видео по этой игре. Раз вы все-таки меня поддержали. Еще раз, ребят, всем спасибо. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Зовите своих друзьяшек. Пускай тоже подписываются. Чем больше людей, тем лучше. И все-таки, ребят, давайте вот соберем с вами 100 подписчиков и проведем какой-нибудь конкурс с памятными подарками от нашего канала. Там придумаем, что подарить. Поэтому оставайтесь с нами. Спасибо. Еще раз, я не устану это повторять. Я очень уважаю и люблю наших подписчиков. Мне очень приятно, когда их становится больше. Мне очень приятно, когда вы пишете комментарии. Всем спасибо. Всем пока.